Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но, выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. О, дисграциат! Вита, ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Нет. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну, знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Порчишь как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Моя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Ты что, красный свет не видел? Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. Туда не пустят в виде «я сегодня вышел». Классное место. Ну вот она. Уверен, вам понравится.
Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Заправить? Полный бак. Конечно, друг. Я тут просто подрабатываю. А хочу я быть актером. Ну, знаете, на радио. Кто же не мечтает работать в озвучке? Пожалуйста. Спасибо. Пока. Thank you.
О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, как дела? Неплохо, неплохо. А это значит, твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Иди к Ойстер Бэй. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, кроме того. Я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты, Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. Вот, пульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Ты знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Ты что, дальтоник, красный же? Говорил о тебе с Лео Галанте, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Карло умный, он и шарит в этой, ну, в этой астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда сушень. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник.
если нечем рот занять. Это! Поехали! Эй, Джо, подъем! Спокойной ночи, шлюхи. Эй, а где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу мать. Вот алкаша, да вот она. Да? Ну да, ладно. Эй, а ключи мои где? Вита поведет, он из нас из всех самый трезвый. А в следующий раз больше кисок, меньше пьянок. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Фу, чем это воняет? Эдди, ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике? Вита, успокойся, Айспета, что-нибудь придумай. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко в старой обсерватории. Лопата есть? Ну да, в багажнике. Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом, близко. Надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее. О, боже, дышать нечем. Эта чертова вонь меня доконает. О, боже, Эдди, что за вонище? Эй, машина-то его. Да, но это вонь. И тут еще та вонь. Уже некогда. Ну, разве что он тут же и нагадит.
Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Вашу мой ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Эй! Ах ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби, давненько я в лесу не был. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой Вита, поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем.
3 часа ночи! Заткнись, идиот! Заткнись, шлюха! Давай! Иди, с тебя хватит. Пора спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока.